Всем привет! Меня зовут Ксения, и в этом видео я покажу потрясающие материалы, которые мне пришли с города Львов. Кто не знает, живу я в Украине и работаю в Украине, и я заказала себе потрясающие одноразовые именные инструменты. Вы можете увидеть мой логотип Nail Art Room. Это логотип моего маникюрного кабинета. Заказала я пилочки, две металлические основы и набор абразивов. И заказала бафы. Вот такие очень удобные, маленькие. Также металлическая основа и набор абразивов. Размеры пилочек. Сама основа 135 на 17 мм. Набор абразивов 240 грит. Черненький и белые есть. И бафики. Основа сама 65 на 17 мм. И сменный абразив 320 грит. Это все для натурального ногтя. Работать материалами достаточно удобно. Сама металлическая основа многоразовая, ее можно дезинфицировать и стерилизовать, она не толстая. А сменные насадки, они одноразовые. Этим вы бережете и свое здоровье, и здоровье своего клиента. Как пользоваться? Смотрите, абразив. Делайте это, пожалуйста, аккуратно. Оп. Готово. Показала баф, показываю пилку. Также клейкая основа, здесь хвостик есть для удобства. Оп, отклеиваем. И аккуратно приклеиваем сюда. Готово. И можно работать. Хорошо подпиливает. В моем маникюрном кабинете такие материалы стали незаменимым атрибутом. Мало того, что пользоваться такими материалами очень удобно, 150-й раз повторю, потому что это одноразовый материал, а основа многоразовая. И также материал этот очень стильный, в плане как аксессуар. Можно сделать красивые фото, и ваш салон приобретет такую некую изюминку. Ваша работа будет более запоминающейся с такими материалами. Материалы эти меня покорили просто с первого взгляда. Действительно смотрится очень стильно. В плане нанесения логотипа здесь легкая гравировка. Что еще хотела сказать по поводу материалов? Ребята огромные молодцы, потому что это действительно очень интересная задумка. И, кстати, такие пилочки и бафы можно подарить какому-то своему знакомому мастеру с его, допустим, инициалами или именем, если у него нет салона, да, допустим, или маникюрного кабинета. Это шикарнейший подарок. Ребята вас проконсультируют, ссылочка будет на мастеров, кто изготавливает такие пилочки и абразивы, будет под этим видео. Обращайтесь, с ними очень приятно общаться, достаточно все быстро, достаточно доступно. Вот, ребята вам все подскажут, все расскажут. И, кстати, у них еще есть и педикюрные пилки, которые скоро будут в наличии. И я вам их обязательно покажу. Ну, а сейчас на этом все. Я с вами не прощаюсь, а говорю пока-пока, до следующего видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, если вам понравился этот супер материал, от которого я просто в таком восторге, что у меня нет слов. Еще раз хочу сказать, все ссылочки под этим видео.